Пожар в оружейном магазине в Кустанае. Как только что стало известно, в результате возгорания погиб мужчина. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата области. Тело его извлекли из подвала магазина. Как отметили в ДЧС, личности не установили. Напомню, владелец помещения находится в больнице. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Он получил 50% ожогов тела. Из-за угрозы детонации боеприпасов спасатели не могли попасть внутрь. Кроме того, огонь перешел и на расположенные рядом жилые дома, близлежащую столовую и СТО. Повреждены две припаркованные поблизости машины. Площадь возгорания увеличилась до 2500 квадратных метров. Пожару присвоили высшую степень опасности. На месте работают все службы экстренного реагирования.